Всем доброго времени суток, мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы будем показывать вам видеорецепт блюда под названием гречневая лапша или соба, как ее еще называют, с овощами и шампиньонами. Это должно быть вкусно и полезно. 100%. Итак, для приготовления гречневой лапши с овощами и шампиньонами нам потребуется сама гречневая лапша, зеленая стручковая фасоль, кинза свежая, морковь, репчатый лук, чеснок, зеленый лук, лимон, имбирь, цукини или кабачок, болгарский перец красный и желтый, шампиньоны. Это маргарин, соевый соус и устричный соус. И баклажан. Для начала включим и разогреем сковородку. Нальем воды в сотейник для варки нашей лапши. И приступим к подготовке овощей к обжариванию. Возьмем половинку репчатого лука и нарежем ее. Тонкой солонкой. Да, я обратил внимание, что нарезка идет не стандартной полукольца, а именно солонкой. Всех видов овощей мы приблизительно будем шинковать в пропорции 1:1. Вот таким движением делаем. Отрезаем внутренность, скажем так, болгарского перца. Мякиш. Мякиш. И шинкуем тоже солонкой. Желтым перцем поделываем ту же историю. Также нарезаем солонкой, но чуть потолще, потому что баклажан ужарится и уменьшится в объеме. Поэтому баклажан получается вот таким брусочком. Итак, мы закинули наши лук и морковь на уже разогретую сковородку и первым делом обжариваем их на протяжении 1-2 минут. Тем временем нарезаем оставшиеся овощи. У нас кабачок. Так его шампуем солонкой. Добавляем наши овощи. Здесь уже пошло сразу все. И баклажан, и кабачок, и болгарский перчик. Совершенно верно. И зеленая стручковая фасоль. Теперь нарезаем шампиньоны чесночком, чтобы все наши шампиньончики были одинаковые, чтобы у каждого кусочка была ножка. Перемешиваем овощи, добавляем наши шампиньоны. Шампиньоны дадут немного сока, тем самым не дадут нашим овощам пережариться, пригореть. Мы измельчим имбирь и чеснок. Имбиря нужно приблизительно около 4 сантиметров. И таким же образом измельчаем чеснок. Соединяем все вместе и
сыра. Измельчаем в более мелкую крошку. Тем временем, пока готовятся наши овощи, подсаливаем воду в нашем сотейнике. Воду нужно слегка пересолить, чтобы лапша не была пресной. Она возьмет себе до соли ровно столько, сколько ей нужно. И варится она у нас будет приблизительно 5-7 минут. За это время как раз у нас приготовятся овощи. По большому счету, с учетом всех нарезок, ну 10-15 минут максимум. Да, приготовление всего блюда занимает приблизительно 10-15 минут. Да, но на выходе вы сейчас увидите целую-целую кастрюлю вкусной-вкусной гречневой лапши. С овощами. С овощами. Теперь нужно добавить немножко сахара в наши овощи, чтобы они немножко у нас проглазировались. Щепоточку небольшую. Щепоточку, да, буквально. Много не нужно. Не забываем помешивать чуть-чуть лапшу, чтобы она не слиплась. На данном этапе мы уже можем добавлять наш чеснок и имбирь. Хорошенечко перемешать. Как вы заметили, мы абсолютно не солим наши овощи, потому что у нас солью выступит соевый соус и устричный соус. Добавляем устричный соус. Приблизительно 2 чайные ложки. И перемешиваем. Теперь мы добавляем 3 кусочка маргарина. Как вы видите, такие толстые достаточно кусочки. И я вас научу сейчас сделать соус из всего этого. И соевый соус. И вот такими помешиваниями. То есть именно тряся сковородку и лопатку. Тряся сковородку и лопатку мы превращаем наши овощи и соевый соус в густую подливку для нашей лапши. Вот смотрите, как вы видите. Угу. Она достаточно густая. И в самом конце приготовления наших овощей добавляем нерафинированное пахучее кунжутное масло. Приблизительно чайную ложку. Выжимаем немножко лимонного сока и отодвигаем наш овощ в сторону. Итак, наша гречневая лапша сварилась. Откидываем ее на дуршлаг. Холодной водой ее не промываем. Просто сливается вода, да? Просто сливается вода. Добавляется в наши овощи. Прям сразу, мгновенно. Сразу. Воду слили и прям сразу к овощам. Быстро шинкуем кинзу. Достаточно крупно. Соломку. И зеленый лук. Буквально 2 стручка. Отрезаем белую часть хвостиком. И такими вот длинными перьями нарезаем. Наш лук. Все соединяем. Пробуем на вкус овощи. По-моему, все отлично. Еще раз перемешиваем. И можем подавать к столу. Ну что, Алексей, наша любимая рубрика «Дегустация»
Да, традиционно мне доверили продегустировать. Но вот такие блюда я люблю, периодически сам дома готовлю. Да, вот он, этот чудо насыщенный вкус. Азиатский вкус. Да, да. Много овощей, грибочки, имбиречек дает свой такой привкус, который дополняет и приукрашивает этот букет чудесных вкусов. Это очень достойное блюдо, которым можно разнообразить свою повседневную жизнь. Накормить целую большую многодетную семью. Да. Проверено на опыте. Итак, сегодня для вас мы приготовили великолепную, да? Вкусную, потрясающую, полезную лапшу с овощами. Сытную. И шампиньонами. Да. Если вам понравилось и вы хотите приготовить такое блюдо тоже, или, быть может, вы уже когда-то такое блюдо готовили, поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите наше видео, чтобы наш канал развивался и мы как можно больше людей радовали нашими рецептами. Ну и традиционно просим вас написать комментарии, если вам есть что сказать, дополнить. Может быть, вы как-то чуть-чуть по-другому готовите, может быть, что-то еще добавляете или наоборот, считаете, что что-то не нужно добавить. Пишите, в общем, будем рады почитать ваши комментарии. И если у вас есть какие-то вкусные рецепты, присылайте их нам. Приятного. Лучшие мы приготовим, да? Приятного аппетита. Поститесь вкусно. Да. Всего вам доброго. До свидания.